«Любимец». Коммунальная квартира. Между комнатами на обрамлении двери висел пластмассовый репродуктор с регулятором громкости. Звук этого устройства был патефонный. Раздался голос Левитана. Это бывало нечасто. «Сделай погромче! Ой, ой, только не война!» Я повернул регулятор на максимум. Звук немножко усилился. Медленно, с паузами, диктор сообщал о запуске человека в космос. Левитану еще не приходилось сообщать миру через все радиостанции столь радушную весть. Чувствовалось его волнение и гордость за сказанное. Все повскакали с мест. Мы окружили эту пластмассовую коробочку и слушали о том, что запустили нашего человека. Возбуждение, гордость за нашего соотечественника, гордость за нашу страну переполняла, наверное, каждого из нас. Это неожиданное чувство, которое вошло в нас и не выходило несколько лет. Возбуждение сменилось желанием снимать это еще неоценимое событие, и я бросился в редакцию. Все улыбались. Почему-то стало неважно, что героем материала станет мужчина. Журнал «Ведь советская женщина». Все, кто может носить на аппарат, мобилизованы на съемку. Мое место на аэродроме Внуково. Аккредитован. Желаю удачи. Эти последние слова мой наставник произнес на ходу, куда-то убегая. Вся редакция энергично двигалась по коридорам, чего раньше не наблюдалось. Специально выстроенная двухэтажная конструкция, сплошь увешанная киношниками. Они – люди ушлые, их ассистенты приехали заранее. Застолбили первые ряды. Камер нет, но штативы с ассистентами уже стоят. Нет, мое место должно быть не здесь. Я все же индивидуалист. Было бы неплохо быть около самолета. Толпа, наверное, рванется к Гагарину, сомнет охрану, поднимет его на руки, понесет и будут кидать в изнеможение с криками «Ура, Юра!». Так я и оказался слева от всей этой толпы в первых рядах, недалеко от проложенной ковровой дорожки. Летит, летит, летит Гагарин! Ил-18 на небольшой высоте проутюжил низким всезаглушающим звуком. Большой самолет сопровождали истребители. Почетный эскорт. Каким-то чудом за доли секунды мне удалось снять этот пролет с передним планом. Это продолжалось секунды, две, не более, и самолет ушел за горизонт. И сегодня, глядя на этот кадр, я вижу, что истребители сопровождения – это «Миги», боевая машина тех времен, которую сегодня можно увидеть только при входе в пионерский лагерь, ну, может быть, в музее. В то время это была самая передовая техника. Самолет подкатил к красной ковровой дорожке. Открылась дверь. Несколько секунд – никакого движения. Выдержав паузу, из самолета на трап вышел худощавый человек в шинели военно-воздушных сил и стал спускаться по трапу. Мое сердце забилось чаще. У меня две камеры. «Зенит» с длинным объективом и фотоаппарат «Ленинград» с широким углом. У второй камеры был механический пружинный взвод на 9 кадров. Это был как бы электромотор, которого в те годы не было. Гагарин идет по дорожке с широким твердым шагом. Видно, как на ботинке болтается развязанный шнурок. У меня в руках «Зенит». Я пытаюсь организовать кадр, но это не получается. Толпа, окружающая меня, толкает меня то слева, то справа, то сзади. Я не могу даже навести на резкость. Я понимаю, что еще секунды, две, и Гагарин пройдет мимо. Я ничего не успею снять. Я бетонирую тело, прижимаю камеру ко лбу, каменею. Нажимаю на спуск, и Гагарин проходит мимо меня.
Пройдя шагов 30, он оказался рядом с небольшим возвышением, где стояли члены правительства. Дальнейшее происходило далеко от меня. После доклада выполнения задания Гагарин оказался в объятиях многих членов правительства. Аэродром наполнился возгласами приветствия в адрес нового героя. И не по приказу высших чинов, а по велению души. У Хрущева на лице застыла полунаивная улыбка. Мне кажется, глава государства сам попал над всеобщую радость. А Гагарин, как мальчик, поднял руки в приветствие, не зная, кланяться ли ему или нет. Хрущев отступил от Гагарина шага на два, и он как бы его подпихивал перед собой, мол, иди, птенец, лети вперед, в вечную славу. Так они прошли вдоль этой ликующей человеческой массы, поравнявшись со мной. Я сменил камеру, широкоугольный объектив, да и пружинный взвод затвора помогли мне сделать следующий символизирующий кадр. Гагарин, который только что выступил на свет гением, героем, талантом, первый среди всех людей планеты, а Никита Сергеевич запечатлен в состоянии добродушия, жестом показывающим: «Лети, герой, ты наш герой, российский!» Все стали спускаться с небольшого постамента и расходиться по машинам, чтобы уехать в город. В этот момент вся свора штативщиков, объективщиков, фотографов, киношников рванулась со своей чайханы к автомобилям, догоняя правительственный кортеж и снимая что-то по дороге. Однако это невозможно было сделать, потому что для отъезжающих руководителей был открыт выезд с аэродрома, а прессе и кино надо было вначале добежать до своих машин, которые стояли где-то на стоянках. Я тоже оказался в числе бегущих, но не успевающих. Рядом со мной лихорадочно бежали слева и справа люди со штативами и фотоаппаратами. Я оказался рядом с «Фольксвагеном» Жуком. Трясущимися руками хозяин пытался вставить ключ в замок двери. Этого у него не получалось. Он что-то кричал по-английски. Водитель сел в машину и жестом пригласил меня внутрь. Я впервые в популярном «Фольксвагене» тех времен. Мы понеслись, газуя, с визгом и треском, нажимая на сигнал. Вперед, в город. Прыть наша быстренько поубавилась. Машин было много, и мы оказались в длинной веренице того самого эскорта. Где-то в его хвосте, въезжая в город, видя огромные толпы людей, которые стояли слева и справа от дороги, люди уже расходились, потому что главный герой с невидимой на голове короной проехал впереди нас, и почести ему были отданы, и крики позвучали, легкие были опустошены, и силы были истрачены. Снимать было нечего. Я стал замечать, что мой водитель часто поглядывает на камеру, которая висела у меня на шее. Он начал тыкать пальцем в фотоаппарат, что-то тарабанить при этом. Я наивно думал, что его заинтересовал мой фотоаппарат. Я еще не знал, что на пленке что-то важное, уникальное, единственное и неповторимое. И я автор этого. Новый знакомый правой рукой полез в плащ, который был на нем, и я увидел в его руках зелененькие бумажки, и довольно много. Тогда я впервые увидел американские доллары. Меня передернуло в испуге. «Стоп, стоп!» Выскочил из автомобиля и глотнул свежего воздуха. У меня отлегло на душе. Находясь в качестве фотожурналиста в квартире очередного космонавта, зашел разговор о Гагарине, которого я назвал Юра. Мой новый знакомый внимательно посмотрел на меня и говорит: «Слушайте, ну какой он вам Юра?» Я не ожидал такого поворота разговора и с обидой ответил: «Когда уважаешь, конечно, необходимо имя и отчество, но когда восторгаешься, то Юра, Юрочка».
Мой собеседник немножко осекся. В комнате воцарилась тишина.